В окружной закон о капремонте внесены изменения для собственников квартир в новостройках, возведение которых ведется в несколько этапов. Каникулы по платежам взносов будут стартовать только с момента полного ввода в эксплуатацию жилищного комплекса. Если раньше отсчет мог начинаться с заселения отдельного подъезда или этапа проекта, то сейчас процедуру приводят в порядок. Срок освобождения от уплаты взносов по-прежнему равен гарантийному обслуживанию, то есть он составляет 5 лет. В данный момент этот вопрос не урегулирован. Сейчас предлагается датой началом основания для уплаты взносов считать введение в эксплуатацию последнего этапа очереди или пускового комплекса. Факторов, препятствующих принятию, нами не выявлено.